Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в городе Мурманск. И во время того, когда у нас сейчас проходит обучение, нам нужно скоротать время. То есть мы сейчас двигаемся в сторону Алёши. В целом, что мы хотим сделать? Мы хотим... Нам надо попасть к Алёше и понять, что мы хотим. Мы хотим к Алёшке. Короче, мы сейчас пойдем в задний проход Алёши. К штанишкам, блядь. Пойдем. Ладно, все без смеха. Да-да-да. Мы сейчас поедем, поставим тачку на причале и попробуем найти вход. Вход в подземелье, то есть где находился непосредственно бункер какой-то там 40-х годов, то есть каких-то таких годов. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, и в целом будем надеяться на чудо, то есть чудес не бывает. Главное найти, главное найти. Главное найти вход, чем мы сейчас и займемся. Друзья, собственно, вот мы находимся на входе подземелья. Это вход под Алёшу. И в целом заходим, смотрим, что там, как там, и делаем выводы, результаты. Все, погнали. А ну-ка. Ну, в целом, так, блин. Все, поползли. Смотрите, друзья, как настолько все здесь, насколько здесь все красиво. И это видно даже то, что сверлили, все это выдалбливали, все вручную. Вот, смотрите, отверстие. Это все перфоратором, не знаю, чем это сверлили. Очень красиво. Высота до потолка здесь, именно вот здесь, 5 метров. Вот. Дальше идем, здесь 6 метров. Здесь 6 метров высота. В ширину 7 метров. Ну да, более-менее. Стоит из кирпича. Да, да. Ворота, смотри, какие. Жутковато. Значит, в свое время как-то здесь было электричество. Здесь
здесь высота потолка где-то 9-10 метров. Тихо. Капли, наверное. Это фигня. Столб стоит, значит, здесь было освещение. Да, вон еще столб стоит. Да. Стремно. А мне как? А мне еще стремнее. Я вообще камеру держу. Смотри, пипец, туман. Передается туман вообще? Да, да, конечно, смотри, он густой. Офигеть просто. Густющий. Сейчас еще этот. Бля. Офигеть. Смотри. Охренеть. Туман жуткий, густой. Как будто сейчас кто-нибудь выпрыгнет. Сырость. Нежелательно, конечно. Че? Опять? Пошли. Приключения. Влажность очень большая здесь, от этого у нас туман, пар. Друзья, с этой стороны был вход, въезд, скорее всего, здесь заезжали, возможно, на машинах, потому что здесь, во-первых, ширина позволяющая, а во-вторых, там ворота. С той стороны находятся ворота. Сейчас мы к ним подойдем, посмотрим. Пожар здесь был, как видите. Видно? Очень много помещений, друзья, здесь сделано неизвестно для каких обстоятельств. Судя по всему, это какой-то камин был. Посмотрите, какой здесь потолок. Просто красота. Здесь, друзья, у нас был, походу, какой-то обвал, но там виднеется.
Интересно было залезть и посмотреть, куда он уходит. Я так полагаю, здесь вот железная дорога идет. Мы здесь где-то рядом. То есть относительно. Я, конечно, сейчас попробую, залезу, посмотрю. Вот, друзья, выход на улицу. Мусорка, видать, тут была. Все здесь, ребята, у нас получается. Въезд, скорее всего, для какого-то транспорта. Высота метра 3,5, может быть, 4. КамАЗ проедет здесь точно. Здесь очень сильная акустика. Вот, например, как... Тоже слышал? Кто там? У нас оружие. Так, 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 тихо, спокойствие, 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 спокойствие. Блять, короче. Блять, еще идти далеко. Я не знаю. Я не знаю, не вряд ли. Блять. Тихо, 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 тихо. Так ты так не делай. Нет.
А у меня нет нахуй. А что же это было? Собака какая-то бежала. Ага, собака, бля. Самому-то не странно. Пойди. Ты уже видел, да? Блядь, я перу. Я перу нахуй, рот и заебу. Нормально. Друзья, я не знаю, что это было на самом деле. Может быть, правда, какая-то собака. Собака, быть, скорее всего. Может быть, что-то там, не знаю, что там могло в принципе произойти. Очко сыграло. Вообще, я как сыграло-то его. У меня слов нету, я тебе честно скажу. Ну, нормально, это был экшон. Блин, что-то это нахуй, адреналин прям просто пипец. А если мы убили собаку? Ну, там не было собаки, это что-то вообще это... Понимаешь, там просто... Блядь. Твоим показаться могло? Я не знаю. Я тоже не знаю. Я мог бы сказать, что показалось. Следы были максимум там человеческие, но никаких больше не было. Собака дохлая там лежала. Одна. Все. А что там могло быть? Я коленкой, короче, ударился и жестко, как бы, блядь. Я там пиздец остался. Да. Всю башку. В общем... Слышь, порвал. Порвал? Ебать, ты прикинь. Клепку порвал. Порвал. От страха. Потолок, блядь, об эту трубу, бля, порвал клепку. Короче, ну это... Блин, нет, ну... Дух захватывает, да, но, блин, это... Ну это не, это... Стремная херня такая. Надо потом просто это подумать, когда приехать, подумать, это что отдышаться это. Отдышаться надо. Отдышаться, да. Вот так вот. А так и бывает. Паузу делаем.